Подожди, первое, где мы находимся? Мы находимся в Кутаиси. Правильно, в Хинкальной. В Хинкальной. У нас очень дорогие гости из Украины. Это мы, это про меня. Да. Между прочим, приехала наша украинская Наташа и встретила кутайская Наташа. Очень приятно. Да, очень приятно. Ну как мы могли отпустить их по грузинскому традиции? И сейчас надо... Это у нас называется перекус. А это сейчас мы не гуляем, это мы перекусываем. И мы в Кутаиси, а Кутаиси у нас это имеретинцы. Имеретинцы. Западная... Самые скромные грузины. Да. Из всех грузинов. Западная Грузия. Западная Грузия. Да. Имеретинские. Да. Имеретинские. Значит, хачапури. У нас хачапури, хинкали, шашлыки. Да. И подливка обязательно. Кемали. Это не ткемали. Это не ткемали. Нет, это не томат. Ткемали. Это томатный соус. Как-то густой томатный. Да, да, да. Значит, гости мои дорогие, и кто будет смотреть. Завидуйте нам, облизывайтесь. Да, это ну что делать? Ну приедете, да. То же самое будет. Так, значит, берем хинкали. Угу. В истории пропадали чипсы. Вот так, держим двумя руками. Что такое хинкали? Это пельмени по-русски? Это пельмени по-русски, да, мясо в тесте, да. Вот так вот. Ну, конечно, там специи свои грузинские и совсем другой вкус. Конечно. Конечно. Ну, если сейчас нос мне будет мешать, я буду вам показывать, как... Ну, почему-то до сих пор не мешает. Замуж вышла, не помешала. В Colors of Life попала, не помешала. Ну, наверное, не помешает. Сейчас тоже не помешает. Да, вот так, значит, делаем укус вот так вот. Это мы высасываем сок. Угу. Но наша не может говорить, а мы можем. Я буду кушать, а вы будете говорить. Помогите. Слюной можно захлебнуть. Помогите, пожалуйста, да, вот так. Так, Наташа высасывает сок. Обалденный. Ой, как это вкусно. Не мешает нос, да? Нет. Не помешал. Ни одной капли не пропадает. Нет. Порепетируем нет. Второй раз, да? Да. Так, натуре. И мясо тоже высасывается. Угу. 2.5 минуты едим. Ну, а сейчас я кушаю культурно, могу это мгновенно. Покажи, мяско. То есть ты уже высосала сок? Да. Очень вкусное мяско. Ага. Здесь много лука и специи. Ага. Специи свои обязательно. Да. Это специи нигде, ни в какое блюдо не укладывают. Прямо в это мясо. Все, съели. Это остается. Ага, это остается. Все. Вот этот кусочек остается. Не, ну кто-то любит. Ну, любит. Дети мои, да, многие очень любят. Вот наши девочки. Все кушаем. Это русская девочка, в смысле украинская. Греческая. Это вообще уже непонятно, какой нации мальчик. Это интернациональный пункт. Сейчас это я. Gracias.